команду. Чисто играет Андреев. Есть еще время. Последние секунды. Сумасшедший мяч от Андрея Андреева. За 4 секунды до конца второго периода просто в девятку отправляет мяч Андреев. И опять Сити этот гол привез сам себе. Иннокентий Петров зачем-то побежал. Ну, не знаю, забивать, не забивать, ошибся. И Андрей Андреев после отбора первым же касанием вколачивает мяч в самую 9. Тоже гол-претендент на звание одного из самых красивых сегодня. В пятерку, я думаю, можно его будет поставить, но еще очень много матчей при этом сегодня мы увидим, поэтому странно будет после третьего матча делать какие-то выводы. 5-1, Дельта уходит вновь непрерывно.